для охраны. Вызывать начальство. Вызываю. Вызывать. Ну вы так не можете сделать. Лишнего. Вы не демонтируете лишнего. Ничего до тех пор, пока не придет человек. Лишнего не говорите. Я вам говорю, я не могу там. Я вам говорю, я не могу вам просто так. Подождите. Вот бумага. Я вам постановил. Прекратите. Вот бумага. Вы не можете. Смотрите. Смотрите. Да. Я сейчас. Давайте. Убирай машину, заведу. На всю! Радуль, чтобы решить нормально это все. Мы нормально. Ты скорее берите, отталкиваешь меня. И что? Я у тебя украл. Ну и все. Это ваша работа, решать правомерно. Вы должны решать правомерно, а не так. Без рук иди. У нас федеральная прокуратура Саратов с проверкой. Вы знаете об этом, да? Не знаете еще? Нет, да, 24-го будет, мы обратимся туда. Вы не знаете еще. Не знаю, а он в любом случае будет стоять там, где он стоял. Мы его сейчас отвезем туда, где он стоял. А потом пускай. А потом разбирайте. Да. Ни одного документа подтверждает, что был он... сход села. А что на сход где села это? Ваши он сотрудники давали мы им слово. Они сказали, что на сход села приглашался Якубович, приглашался Троценко, то есть все стороны этого конфликта. Они проигнорировали и пришли. То есть они, Якубович и Троценко, они не пришли. Он ничего. Он на балансе никогда нигде не стоял. Он был как в музее под открытым небом. Экспонат. Это был экспонат. Он 75-го года. Это экспонат за Тростянки. Раз ничего интересного затронуты, мы его вот сейчас, да. Это тоже ничего. Да, да. Молодой человек, я еще раз объясняю. Если вот это видео вы сети или все где-нибудь, ты будешь привлечен. Ничего, не ты, а вы. Не ты, а вы. Не ты, а вы. Вы. Вот когда будет привлечен, то вы... У меня вот есть, кстати. А мы сейчас его возвращаем туда? Мы же его не воруем в забор. Мы же не воруем. Мы его домой все воруем. Вы увезем сюда. Где он был? Где он был? На нас есть заявление на кражу вообще на этот раз? Чтобы забрать нас, пора разобраться. На нас есть заявление? Нету вообще ничего, он ушел куда-то. Замерз, мы воруем. Печатать документ. Кто сказал? Кто сказал такой? Дайте заявление. Вы так думаете, что они законны, правильно? Вы так решаете, что они законны. А вы говорите, что у вас есть действия. Да, да. Где ваш закон? Вызвали. Ну, вы сказали, что все, никаких нарушений нет. Вызывали вас, как же? Правда. А мы сейчас поедем к начальству, предоставим там свои документы. Какие незаконные действия? Все, хорошо. Какие незаконные действия? Какие, дай бумагу, что он твой. А вы дайте. Да вот бумаги! Слов стоим, я не знаю! Вот бумага! Дело, давай, дело! Депутат Коваленко делал запрос колхоз имени Ленина, который якобы подарил его. Вот она делала запрос. Совет депутатов. Она секретарь Совет депутатов. Вот она делала запрос. Колхоз. Вот колхоз что ответил. На вас исходящий номер к исчезновению трактора не имеем никакого отношения.
И следующее, что на балансе никогда не состоял. Да. Какие нужны документы еще вам? Ну какие документы? Чей он тогда, не пойму, если не народное достояние. Вы разбираетесь. Народное достояние. Это Тростянский. Это Тростянский.